Він почав писати пісні, коли йому було лише 3 роки. У 5 він уже грав на скрипці, а в 23 переміг на Євробаченні. Сьогодні Олександру Рибаку виповнюється 28. У день народження виконавця ми розказуємо про його сердечні справи. Популярность пришла к нему неожиданно. Без огромного бюджета, безумных постановок и ярких костюмов он поразил мир своим талантом. Участвуя в Евровидении, Александр Рыбак набрал рекордное количество голосов за всю историю конкурса. Лучшего скрипача из Норвегии полюбили все, а его песня «Fairy Tale» просто взорвала хит-парады. «Я влюблен в сказку, хоть это и больно», – поет Рыбак, и его песня всех буквально очаровала. Но мало кто знал, что для артиста это были не просто слова. Он рассказал о своей несчастной любви. Со скрипачкой Ингрид Берг-Мехус они познакомились в университете. «Каждый день мы начинали ссориться, но вновь влюблялись друг в друга», – поет Александр. Правда, спустя год Ингрид ушла от Рыбака. Говорят, к парню побогаче, а вскоре обручилась. Сердце скрипача было разбито. Я не верю в чудеса, машина в небеса. И вот долгожданная победа на Евровидении. У Александра миллионы поклонниц, а он все еще влюблен в Ингрид. Хотя и не общался с девушкой уже несколько лет. Где-то в глубине души артист мечтал, что они вновь будут вместе. Ингрид так и не вернулась, осталась другим. Со временем чувства Александра начали остывать. Он был в ожидании новой любви. Попаду я стрелой Амура, открою для тебя любви секрет. Многие девушки были не прочь стать музой обаятельного скрипача. Одна из фанаток и вовсе преследовала артиста целых 3 года. Днями и ночами названивала ему, родителям и друзьям. В отчаянии Рыбак написал песню, в которой умолял девушку забыть о нем. Ты так достала меня, прошу уйти навсегда. Сейчас у музыканта новая любовь, а может лишь влюбленность, ведь свои отношения он держит в строжайшей тайне от публики. Но сколько бы секретов у Александра не было, рано или поздно о них узнают все, ведь он не сможет об этом не спеть.